Все, запись идет? Идет. Минус номер минус один. Один. Вот. Сначала что ли? Пойдет. МС Басан. МС Козел. Илья. Козел, представляю. Мы тут накидали на злобу дня. 75-й. Центр. 4-я школа. А текст где? Да. Элиста, Элиста, дочь калмыцких степей, сколько ты повидала продажных друзей, скольким верила ты и за сколькими шла, доверяя себя, скольких ты избрала. Но избравшись они становились другими, проблемы твои не решались ими. Избирались они для себя, для своих, и жить продолжали до слезок твоих. Все они обещали, ты будешь свести, развиваться и в ногу с прогрессом идти. Говорили, уазис степной будет тут, только сами они в листе не живут. Не живут. Мелодично надо, смотри. Ты теперь для их денег как-то тускло цветешь, да и в ногу с прогрессом уныло идешь. Ты прости, Элиса, что так вышло с тобой, можно просто тебе нужен новый герой. Герой не заставил себя долго ждать, автомат на портфеле 2 минуты менять. В управлении опыт имеет большой, только нету заслуг у него за спиной. И признания нет, и народной любви, так что новый герой, давай уходи, найди место свое на этой земле. Большое спасибо мы скажем тебе. А у нас во главе должен быть патриот, тот, кто знает свой край и любит народ. Элиста, 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 это кто? Это я, это ты и, конечно, все то, что нам дорого с детства и чем мы живем, мы своею родной Элистою зовем. Е, да, Е. МС Босс, МС Козел. МС Илья. Чао. Жена думает, я на даче работаю.